Yeah, ay, yeah, ay. Сегодня для футболистов созданы все условия на Сантьяго Бернабеу. Погода тоже не портит картину, так что ждем отличный матч. Ваши комментаторы Георгий Черданцев и Константин Генич. Испанский чемпионат на ваших экранах, Ла Лига Сантандер. Отличные 90 минут как минимум ждут нас, Константин. Спасибо, Георгий. Думаю, хороший футбол мы сегодня должны увидеть. Обе команды готовились к этой игре и постараются сегодня взять 3 очка. Будет ли это просто или нет, мы узнаем. Но точно будет интересно. Защита первая на мяче. Вынос. Да, подкат-то хороший. Вот только мяч он им не принес. Надо дальше защищаться. Реал начинает игру в таком составе. В воротах Тибо Куртуа. В защите Серхио Рамос сыграет с Рафаэлем Вараном. Лука Модрич с первых минут начинает с Тони Кроссом в центре полузащиты. И только одного нападающего на этот матч решил выпустить главный тренер. Посмотрим, надолго ли его хватит. Удар по воротам. Хамес Родригес теряет мяч. Удар. Надежен Куртуа. Мяч летит в центр штрафной. Задел мяч игрока и будет угловой. Сегодня в гости к самой забивающей команде чемпионата пожаловала худшая оборона в лиге. Наверное, ничего хорошего гости от этого матча сегодня не ждут. И прямо в центр штрафной мяч летит. Ох, не попадает он в створ ворот. Хорошая получилась сейчас атака, но подвело завершение. Совсем у него удар не получился, и мяч пошел сильно мимо ворот. Модрич. Азар на фланге, перед ним никого. Бензема. Отличный момент, как здорово здесь он сыграл. Нет, не дошел этот пас до адреса. Лука Модрич. Когда у команды вдруг возникнут проблемы с контролем мяча, именно он их и решит. Лука Модрич своими действиями может переломить ход самого неудачного матча. Опустит мяч вниз, где нужно придержать, где нужно отдаст. Очень редко футболист. Лука Модрич. Лукас Васкес. Хороший вынос мяча из штрафной. Рафаэль Варан. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Вперед идет атака. Интересно может быть. Неплохая была атака, но мяч потерян. Хорошо, что произошло это на чужой половине поля. Прогнозы имеют свойство не сбываться, и все же я ставлю на Реал. Очень редко эта команда допускает осечки. Шикарный пас получился. Поторопился уйти в отрыв футболист. Вне игры. Без мяча остается Реал. И есть на фланге место. Слишком сильно мяч пошел, и вратарь первый на нем будет. Азар цепляется за этот мяч. Бензема. Мимо мяч проходит, но было опасно. Тут можно было забивать, но тренер призывает своих игроков продолжать в том же духе. Сейчас не повезло, ничего страшного, повезет в следующий раз. Вводит мяч у них. Теряет мяч Реал. Прострел.
Не смог кросс, передача, отдать перехват. Эден Азар. И на фланг он пасует. Васкес. Открыть счет в этом матче, и сейчас игра пойдет поживее. Интересно, как изменится игра после этого гола. И вряд ли он станет последним в этой встрече. Красивый получился по исполнению удар. Мяч вонзился буквально в самый верхний угол ворот. Да, здесь у голкипера по большому счету шансов отразить этот удар практически не было. А вот еще один повтор, на этот раз другого ракурса. Реал выигрывает, что, в общем-то, не удивительно. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Тут все очевидно, будет штрафной. Не стали ничего придумывать. Со штрафным быстро разыграли. И ближе к воротам игра переходит. Не прошел удар. Защита на месте. Хорошо справился с этим ударом Тибо Куртуа. Надежный вратарь. И такие мячи ему нипочем. Модрич. Быть плеймейкером — большой труд и серьезная ответственность. В этой команде за рисунок игры отвечает Лука Модрич. Образно выражаясь, тренер до матча делает набросок, ну а Модрич уже на поле добавляет эскизу сочных красок. Реал на половине соперника. Неудачно Азар играет и без мяча остается. Откровенно плохая передача приводит к потере мяча. Пока что неплохой матч мы смотрим, и преимущество уже ушло полностью на одну сторону. Для Реала важно сейчас контролировать мяч и не давать сопернику начать диктовать свой темп на поле, иначе могут возникнуть проблемы. Сейчас же все довольно-таки безоблачно для Реала, и они закономерно ведут счет. Ну, навешивай. Удар есть. Классно как пробил. Зряче. Неудобная была позиция для удара, но мяч немного до створа не долетел. Росс. Его удары такие плотные, что обжигают вратарям ладони, даже когда они в перчатках. Очень внимательно нужно сопернику играть на подбор. Потому что если отскок перед штрафной достанется Тони Кроссу, мяч придется выгребать из сетки. Без мяча остаются они. Мяч у них на чужой половине. Не дал сопернику довести атаку до завершения. Карим Бензема. Модрич. Бензема. Азар. Снова на Бензема. Лука Модрич. И есть гол! Серьезная заявка на успех со стороны Реала. Теперь они выигрывают в два мяча. Со второго этажа приходится этот гол. И надо сказать, гол красивый. Да, с головой у этого парня точно все в порядке. Давайте посмотрим еще один повтор этого гола. Игра получается. У тренера нет причин для беспокойства. Очевидно, ее план на эту игру работает. Два мяча теперь одна команда ведет. Солидное преимущество. Арбитр отправляет команду отдыхать. 2-0. Перерыв. Начинают второй тайм команд. Ки Сон Ён. Может получиться интересная атака. Пол команды обыграл. Ничего себе. Хорошо играет Куртуа.
Очень хороший перехват он сделал сейчас. Это офсайд, атака закончена. Лука Модрич. Теряет мяч Реал. Мяч у соперника теперь будет. Эден Азар. Лукас. Ай да, вратарь. Отлично сыграно. Навешивает кросс. Можно подавать сейчас. Карим Бензема. Голкипер справляется с этим ударом на отлично. Отличное видение игры. Очень здорово он в перехвате сыграл. Азар на фланге. Никто ему не мешает. Кисон Йон. Хорош он в отборе, будет аут. Не получилось у них мяч удержать. Бензема. Есть у него пространство сейчас. Хороший пас во фланг. Тащит мяч вперед он. Навес тут напрашивается. На дальнюю штангу навес. Хорошо разобрался в эпизоде. Ворота спас. Мяч отбил подальше. Все верно вратарь сделал. Все возможности для контратаки перед ними. И защитник вовремя блокирует этот кросс. Потерян мяч, и теперь уже стоит задуматься о том, как бы в свои ворота не пропустить. Рафаэль Варан. Родригес. Азар на фланге, перед ним никого. Слишком сильная подача получилась, мяч полетел совсем не туда. Здорово отобрал мяч у соперника, так что тот даже, по-моему, и не заметил. Эден Азар, гол должен быть! Не просто всегда играть головой, и сейчас не получилось у него попасть в створ. Думаю, хотел бы он сам этот момент переиграть, но удар у него совсем не получился. Реал готовится выпустить свежего игрока. Родригес. Кисон Йон. Развивается эта атака. Что-то из этого может получиться. Куртуа сыграл надежно, уберег свои ворота от гола. Впрочем, вратарь такого класса не имеет права ошибаться при таких моментах. Не получилось у Хамеса мяч удержать. Будешь навешивать, а? Отдает он передачу. Как отлично он мяч перехватил. Бензема с мячом. Модрич. Лукас Васкес. Хорошая атака. Можно было увеличивать преимущество, но удар опасным не получился, к сожалению. Точный пас. Он сегодня почти не ошибается.
На желтую тут вполне наиграл. Серхио Рамос получает желтую. Мяч за лицевой, будет удар от ворот. Они по-прежнему вступают в счете. Возможно, свежий игрок принесет им удачу. Родригес. Мяч у соперника. И что дальше тут будет? Отлично защитник играет. Есть возможность быстро доставить мяч игрокам атаки. Загубили потенциально опасную контратаку, потери мяча в довольно простой ситуации. Отличное видение игры, очень здорово он в перехвате сыграл. Осталось играть примерно 9 минут до конца второго тайма. Кросс. Гаррет Бейл. И эта атака завершается свистком арбитра. Слишком поторопился игрок. Офсайд. Отправляет на скамейку Бензема. Забить самому ему сегодня не удалось, но зато очень здорово он ассистировал партнерам. Свой отдых он заслужил. Нет предупреждения, потому что это аут в исполнении мадридского Реала. Они ждали этой победы, и, судя по всему, победа будет. Матч заканчивается, и болельщики неистовствуют. Здорово они сегодня команду поддерживают. Просто молодцы. Ки Сон Ён. Не смогли под прессингом мяч удержать, соперник забирает его. Васкес. Такой удар для вратаря не опасен. Девяносто минут основного времени истекают через 4 минуты. Тони Кросс. Этот стандарт обещает несколько десятков волнительных секунд обороне. Тони Кросс пробьет. Вполне может случиться гол. И бьет! Легко поймал этот мяч голкипер. Здорово сыграла защита, не прошел этот удар. Дибала. Проходит он защитника. Помогает вратарю игрок. Навешивает с углового Тони. Что творит? А, какой сейв! Вратарь спасает, но эпизод еще не окончен. Тони Кросс. Модрич. И снова мяч теряет Реал. Очередная точная игра закончена.